А этот вышел из одной, вошел в другую комнату. Интересненько. Тысячу блюд за 1500. Шестьдесят 4000. Нормально так поднимаем по босикам. Такс, голод, жажда. Ну, они уже в плюсе, да. Видите, не обязательно совершенно все удовлетворять. Ух, тут уже много всякого. Ну уже скоро ты тут 9000, ужас. Как же долго. Видимо, нужно ученых прокачать было бы. Но нам эта технология нужна. Тогда мы будем расширяться. Сейчас я не вижу смысла расширяться. Кроме того, я, наверное, вообще не буду освобождать планеты от роботов. Почему? Если их максимум 2 захватываются, то если мы освободим эту планету от роботов, они захватят другую. Но, понимаете, если вот эти вот начальные планеты мы можем освободить, они первого уровня, то есть без оружия, мы можем их вполне себе освобождать, то... Какие-нибудь 4 уровня там, или там дальше будут 10 уровня планеты. Там, естественно, и роботы будут сильнее гораздо, потому что они левелятся вместе с планетами, на которых спавнятся. Поэтому, собственно, нам нужно быть осторожными. Такс, уничтожить корабль, да. Строить новый корабль, да. Жду не дождусь новых роботов. Во, уже 600 стали. При том, что ее нету в наших границах. Она в начальных системах не встречается. Вот, смотрите, сталь. Видите, она где-то здесь. Кстати, вот нужно будет в этой системе открывать новые системы. Потому что здесь сразу 2 мы можем открыть, и в одной из них будет сталь.
Всего лишь один пошел спать. Да вы издеваетесь? Вот второй пошел спать. Это уже лучше. Чем больше сплящих, тем нам лучше. О, еще одна пошла спать. Так у них все. Отпуск, ага. О, приближается к станции. Интересненько. Надеюсь, нам повезет. Так, мы просто всех телепортируем туда и все. Когда они приблизятся. Так. Во. Как вы видите, уровень 2. Уровень 6. Уровень 3. И все? Ну хорошо. Думаю, нам хватит вот этого десанта. Так ведь. Вот эти, кстати. Ой-ой-ой, больно-то. Кстати, можно уклоняться еще. Не-не-не. О, красавцы. Ну вот и все. Так, кто тут у нас пожарным работает? Как вы видите, справились. Во, утилизатор их. Так, смотрим. Медицина, исследование, ремонт, сражение, вот. Потому что сражение самое важное. Медицины у нас вообще пока что нету. И как бы я не спешу с медициной. Если у нас есть достаточно большой отель, то отель гораздо выгоднее медицины.
Так, плюс 6. Вот это. 9. Такс, еще 400. Еще 400. 400, еще 400, еще 400. Жесть, сколько же они едят? Ужас какой-то. Так, смотрим. Почему 54? Вот этот выберем. И пусть 70 продает. Доставить. Все. Бампс. Получили еще 2000. О, видите, у нас лучше и, короче, цены лучше. Потому что мы круассанов удовлетворяем. Удовлетворенные круассаны лучше, чем неудовлетворенные. Логично же. Ну да, как вы видите, проблем у нас практически нет. Так, а вы чё? Вы летите к нам? Вот. Построили еще корабль. Удаляем его, естественно. Это какой, интересно, корабль? Не восьмой, случайно? За 8 кораблей, по идее, нам должны дать крутую вещь. Так-с. А именно 100 тысяч бабла. Поэтому я их и строю. Ну, не только поэтому, еще и потому, что сталь дают. А почему бы нам сталь не иметь? И титан. Сталь, титан — это хорошие материалы. И алюминий возвращают частично. Все ведь это очень круто. Блин, я не знаю, кого выбрать. Сражение, исследование, сражение, исследование. Потом нужно будет выучить дополнительные эти штуки, после того, как мы доучим, естественно, вот эту штуку. Почти уже, почти 12 тысяч. На этом мы закончим серию, а возможно и нет. Хочу узнать, будут ли роботы еще какие-то планеты захватывать. Вроде не захватывают. Но потом пираты, по идее, могут появиться. Так, сломалось, ну хотя бы не взорвалось. За это уже спасибо. Так, с еды нету, да? Еды нету.
Зараза, они... Приоритет исследования у них очень большой. А, возможно, можно же здесь делать свои приоритеты. То есть, смотрите. Видите, можно ставить, но это не то, да? Во, видите? Можно поставить свои приоритеты. То есть, например, чтобы они не исследовали. Но это сложно. Можно, но сложно. Да, и исследования нам нужны, в принципе. Тукс-тукс, разобрали всю еду. Во, первая ласточка прилетела. Так, с 11994. Есть. Есть, мы сделали это. Все, теперь мы сейчас будем просто зверями. Значит, заказываем вот этих роботов штук 5 сразу, чтобы избавиться вот так от грузчиков. То есть, чтобы робот сюда вот прибегал и, короче, подбирал все эти вещи, которые здесь будут. На эти сообщения, вы же понимаете, я забиваю, потому что мы не строим причалов грёбаных. Нас устраивает то, что сюда выпадают вещи. Значит, и... У нас теперь есть посольство и другие вещи. И надо их везде здесь поставить. То есть здесь везде должны быть посольства всякие. Ну, кроме столичной системы. Хотя в столичной системе посольство именно можно было бы построить. Но вот эти пропагандистские центры, пожалуй, не надо. Сейчас будем вкидывать бабосики. Так, ой, стойте, мы ничего не изучаем, а нам надо изучать. Нам надо изучать вот эти вот штуки. Потому что, почему это надо? Потому что у нас не создается новых потребностей. Мы просто улучшаем удовлетворение предыдущих. А значит, мы можем... не кормить новыми десертами наших гостей, а кушать их сами, так сказать. Во. Юпитерус. И здесь центр... Станция пропаганды. Ну, посольство, наверное, не будем ставить. Посольство нужно с какими-то совершенно другими товарищами. Везде нужно эти станции пропаганды понастроить. Так, по крайней мере, там, где есть людишки. А, тут нету людишек, окей.
То есть там, где нет людишек, там пропагандировать не перед кем, поэтому строить эти станции нельзя. Вот, кстати, видите, в общем, я покажу вам как-то. Не везде эти станции можно, кстати, строить. Так-с. На каждой планете можно по одной. Вот, смотрите, здесь нельзя построить, только близко к этим городам. Такс. Но плевать, короче, где мы построим. То есть возле одного домика можем построить, возле многих домиков. Главное, чтобы возле домика. Очень важная технология, потому что со станциями пропаганды больше людишек приходят. Они чаще приходят к нам в качестве туристов. А значит, больше спят, больше получаем мы денег за это. Нам же не хочется ждать каждый раз. Так, нет. Нет, все. Ты лети сюда. Автопилот отключился, зараза. Сюда. О, тут тоже кто-то живет. На астероидах грёбаных. Ух, а тут неплохо на астероидах-то живется. Жирно. В принципе, можно было бы и посольство настроить. Но это если у нас идет минус. То есть, если мы не удовлетворяем наших чуваков. Или недостаточно удовлетворяем, то можно это компенсировать посольствами. Они будут увеличивать рейтинг. Посольства, они ж типа улучшают вот эту вот репутацию со временем. Пассивно. На каждой планете по посольству можно построить. Нате вам пропаганду. Ух, нифига ж себе. Все-таки какие же большие здесь города. Так и хочется построить станцию, которая будет продавать ресурсы здесь.
Во. Это исследование завершено. Значит, ну что нам остается? Когда не знаешь, что исследовать, исследуй корабли. Так, ну мы ж изучили, да? Теперь мы можем здесь... Ой, стойте, тут же ж куча роботов, да? Вот, видите, они беснуются. Роботы куда-то улетают, непонятно куда. Бесноватые роботы. Все. Так, во-первых, во-вторых, грузчик. Грузчик теперь у нас синоним слову робот. И это очень полезная работа. Не зря эти грузчики, короче, они в самом конце здесь. Потому что вместо того, чтобы работать, обычно наши чуваки бегают и грузят. И грузят, и грузят. Грузильники грёбаные. Но теперь все изменится. Возможно. Так, с минеральная вода. А я не помню, мы ее добываем или нет. Так, у нас вроде бы есть это. И вода есть, но воды не то чтобы много. Ну вот, короче, десяточка. И здесь тоже десяточка. Блин, воды много надо. Вот здесь вот у нас будет прихожая. Да. Мраморным храм, хотя нет, не мраморным храмом. Дешевый корабль, вот. Он, короче, не дает дебафов, ну и не дает бафов. Также безопасность двери ставим здесь. И вот эти все двери посетителям закрываем. Такс, нет. Стойте. Еда и напитки. Такс, уничтожить корабль. Значит, уничтожить сообщение о корабле. Новый корабль делаем. И здесь 100 тысяч. 8 кораблей используют судостроительный планировщик и 100 производства кораблей. Как вам такое? Это неплохой буст. Если знать, что он дается, то можно себе забустить.
как я, собственно, и сделал. Вот, видите, мы запретили посетителям. И, то есть, здесь тоже запретим. И здесь, то, чтобы, короче, вот этими вот минералкой не поить и десертами не кормить, короче, вот этих говнюков. Пусть они что-то попроще хавают. А вот это чисто для офицеров еда. Настоящая офицерская стряпня. Посетителям запрещено. О, время осмотра. И тут, значит, минералка. А тут десерт. Вода, конечно, сильно на это все расходуется. Но теперь мы сможем грейдануть кого-нибудь. Грейдануть кого-нибудь. А именно воинов и дипломатов. И первыми мы грейданем дипломатов. Мариэта Хан. Или... Давайте Мариэту Хан грейданем. Видите, навигация максимум 1.14. Но если повысить специализацию, то она будет хавать десерты. Ей нужна теперь будет своя комната с 5 эстетики минимум. И, в общем-то, такие вот дела. И она сможет прокачать свое мастерство и в итоге, в общем-то, гораздо быстрее летать на корабле на своем. Что, конечно же, нам в плюс. Здесь, значит, вы понимаете, как это все работает. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Самая вот, как по мне, оптимальная конструкция. Некрасивая, но мы же тут не красотой занимаемся, а эффективностью. Такс, 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 такс. Все. И еще вот это вот, собственно. Официальная кровать. Ну, сейчас достроят это, да. Так, вот бонусы нам. Новые задания. Такс, 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 такс. Вот, вот, вот. И давайте постройте кто-нибудь чего-нибудь. Так, постройте 10 объектов. Давайте-ка, Мария Тухан. Вот это твоя кровать. Смотрим, сколько эстетики. 11. Сверхнужного, если честно. Так, 10 объектов. Объедков, так скажем. Посмотрим в украшениях. Ну, во-первых,
дешевый ковер можно поставить. 2, 3, 4. Во-вторых, шкафчики. Вот так вот, раз. В-третьих, стол с лампой. Так, 4. Ну и давайте продолжим коврами дешевыми. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я же хочу 10 000. 10 000 за 10 объектов. Цель достигнута. И еще одна цель достигнута. Приятно выполнять их обе одновременно. Видите, кровать меняет цвет на цвет специалиста, который ее использует. Ну, которому она принадлежит, так скажем. Так, с чем мы тут фигней страдаем? Нам нужно продолжать строить наши грёбаные пропагандистские храмы. Строй давай. Тут еда есть, это отлично. Такс. И теперь сюда надо. Да, игра начинает лагать, если долго играть, как я это, собственно, и делаю. Музыка. А вот круассанцы. Давайте-ка начнем с этой жирной круассанской планеты. Кстати, роботы не особо любят захватывать планеты, где одно население людское. То есть роботы захватывают именно планеты с ресурсами. Так что... Да и пираты, по-моему, тоже, да. То есть имеет смысл переходить на... это. На обеспечение за счет этих туристов всяких.
Пропаганда. Киселёва им давай. Мы честные журналисты, все дела. Очень быстро и непринужденно застроили все планеты. Сейчас будет так много к нам отправляться. Ну так часто. То есть эти центры пропаганды, они увеличивают частоту отправки кораблей из их систем в нашу. Так, исследовано. Но здесь еще у нас есть запас. Это вам не 12 тысяч исследовать, как вы видите, довольно-таки быстро все происходит. Роботов, конечно, сложнее всего этих. Но зато они ж и выгоду какую дают. Вот посмотрим теперь. Теперь вот роботы еще поедут, все заберут. Эй, роботы. О, видите, поехал забирать. Первый. Вот смотрите, а 37 всего лишь. Ну ладно, 37 это так себе. Однако бывает по-разному. Ух, тоже такая планета. Кстати, все это отличается только визуально, но на деле разницы между расами я не заметил. Круассан Ланд. Успели. Это себя окупит. И время, и деньги. Все это себя окупит. Будет больше и чаще приезжать, и, следовательно, больше приносить дохода. Дальше, наверное, будем бухло всякое прокачивать, наверное.
сражений навигация. Во, пираты появились. Так, вода. Вы посмотрите, что они творят. Воды нас лишают. Такс, утоляем. И удаляем. Но дом. Насчет дома. Воды, кстати, мало. Надо было бы. Тут где-нибудь есть вода? Вот есть вода. Вы же понимаете, о чем я. А, первая скорость. Не, первая скорость не годится. Мой успех привлёк их внимание. Какой именно успех? В чём именно мой успех проявляется? Такс. Надо увести. Уничтожить. Заказать новый корабль. Такс. Все, пираты нам больше не помеха. А вам мы добавим. Thank you.
Регулус 2 в очередь. Такс. Что-то скорость мы вообще потеряли. Домой давай. Я не собираюсь освобождать эти системы. Все, хватит с меня. Это бессмысленно, их все равно заново захватят. Воды не хватает или чего-то. Блин, по минус 3 тут. Слишком много людишек, да? Ну, кто-то удовлетворен, кто-то нет. Чтобы снизить нагрузку, вот именно на эти вещи, нужно им что-то другое предлагать. Например, вот это вот медицину. Да. Можно замутить им медицину. Но это чуть позже. Да, это будет в следующих сериях. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, если эти серии вам понравились. Скорее всего, их будет, естественно, несколько. Всем пока-пока.